и наркоторговцами. Глава 7. Ловушка. В ловушке. А какая машинка? Какая аэрография? Небо такое. Погнали. Так, все нормально. Надеюсь, звук, все, микрофон включил. Все, включил. Шикарно. А то я могу говорить с выключенным микро. Это бесценно. А, кто это тут у нас? Не тот ли это наш старый друг, который подбросил дерьма на вентилятор? Да. Знаешь, я думаю, что стер с лица земли вас, уродов. Бритоголовые дилеры должны исчезнуть. Надеюсь, вас не успели занести в красную книгу. Предпоследняя глава, да. Потому что я собираюсь отрезать твою голову, повесить ее дома над дверью. То есть я за первый стрим 4 главы прошел, вот сейчас вот еще 2 прошел, еще 2 осталось. Чуще считаешь, что ты умнее всех, мальчик. Думал, можно ворваться сюда просто так и начать толкать свои правила? И братва тебя не остановила? Извини, дружище, но мы тебя давно поджидаем. Здесь есть трап. Черт, черт. На. А, черти. Собака, собаки бесят. Собаки бесят. Сань. Давай, давай, порхай как бабочка, жаль как пчела. Черт. Так, план Б. Да, блин, давай, дерись. Я врубил усиление и огреб. Зря я врубил усиление, потому что тут и так. Пушку дали. Пушка кончилась. Это плохо. Новая пушка. Ни хрена себя насквозь стреляет. Что дальше? Нет, 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 не надо. И прыгунки, и собаки, и обычные чуваки. Черт. Собаки вот самые бесящие, вот реально. Просто как в Red Alert, которые там против пехоты. Лучше всего собаки работали. Да. Кто помнит Red Alert? Лайк. Умри, умри, умри. Все. Так, там что-то можно было откачать хпшку, да, но я просрал. Бать, у него дробовик опять. Да сюда, да сюда. Отлично. Вот так вот надо. Отлично. Можно было бы им просто на одного чувака заряд тратить. Так, еще громкость прибавлю. То в прошлой главе я убавил, что-то мне музыка не нравилась. Так. А тут она ничего. В этой главе музычка-то ничего. Жесть, сколько собак. Снайпер. Подкат. Устали дождаться противников или выбивать их за пределы экрана? Хороший подкат вернет их на сцену боевых действий. О, братки, просто. Вспоминаю родной дворик. Гаражи. О, какой магнитофон. Шикарно. Слушай, так подойти, наверное, ударит меня, да? Я хочу проверить это просто. Черт. Жесть, ты черт. Ладно, я проверил.
Ты кто? Эй, один выстрел. И? Михаил? Вот мы и встретились вновь, но это который нас предал, бывший глава общины. Что стало с твоей рукой? Ты хочешь знать, что стало с моей рукой? Тебе правда хочется знать? Это же все по твоей вине. По моей? О чем ты вообще? Да по твоей. Или ты думаешь, что твои действия не имели последствий? Ты открыл огонь по органу правопорядка, ты встал против братвы? Как думаешь, что могло произойти? Ты пошутил, что ли? Это вы, драгоценные органы правопорядка, стали причиной мятежа. Они устроили резню в жилом секторе. Все, что мы делаем, защищаемся от них. Защищались? Ты называешь это защитой? Ты убил солдат, милицию, серьезно. Я теперь пришел сюда, чтобы схлестнуться с боссами? Ты даже не представляешь, кому ты перешел дорогу. Мне пришлось умолять их, чтобы они дали тебе последний шанс. Я пожертвовал своей рукой, чтобы искупить твои безумства и попросить у тебя прощения. Прошу тебя, не делай хуже. Развернись и возвращайся в поселение. Заляг на дно. Если ты послушаешь меня, то мы еще сможем вернуться домой живыми. Михаил, у меня нет столько времени, чтобы тратить его на болтовню с тобой. Я никогда не просил тебя о подобной жертве. Я даже больше не сержусь на тебя за то, что встал на их сторону. Вот, кстати, немного ненатурально, что тут и по именам полностью называют. То есть Михаил, там, Владимир. То есть сокращать же надо. Миша, там, Мишаня, да. И, кстати, такое на самом деле. Сразу видно, иностранцы игру делали. Просто как связаны наркотики, мафиозные группировки. Не то, что мы сражаемся с солдатами на Красной площади и всех расстреливаем. То есть для иностранцев, типа, вот, что власти в России, что какие-то преступные группировки одно и то же. Ну, хотя, в принципе, даже Советский Союз, там, конец 90-х, все прогнило. Может и да, но все равно как-то странно. Прям уж так. Какая-то антиправительственная игра. Подстрекающая к мятежам. Если тебе так сильно хочется, будь на побегушках у братвы. А я сделаю все возможное, чтобы они заплатили по счетам. Да. Господи, не таким я тебя растил, сынок. Уверен, что это Влад на доме у тебя. Что ж, делай, как пожелаешь, я не буду тебя держать. Но потом не говори, что я тебя не пыталась остановить. Конечно, спасибо за отдельный совет. Альтернативный Советский Союз. Ну, неважно, Советский Союз, Россия, то есть, раз игра про Россию, то есть, про, не знаю, про это, как бы, про нашу территорию, то обязательно против власти, то есть, власть плохая, то есть, надо ее свергнуть, устроить Майдан, устроить цветную революцию. Классный графон, смотрите, как в флаге выполнен этот, просто реально серп и молот, типа тут так переливаются, желто-красный, классно сделано так, графически. Дамы и господа, наши уважаемые гости, присаживайтесь поудобнее, потому что пробил час. Сегодня на арене тот, кого вы хорошо знаете, вы хотели заманить его в ловушку. Вы хотели его голову насадить на пику точеную. Пики точеные, либо хуй дроченые. Привет, Мишка. Узрите же его смертную казнь. Сегодня вечером кровь, слезы и мясорубка. Не, ну тот-то же, который знал наш. Ладно. О чем-то. Довольно ждать, впустите мясников. Mortal Kombat Begin. Четкие чувачки. Шлемы только все опаснее делают. Черт, порезал меня. Хотя тут бы перезагрузиться, чтобы ХП восполнили до полной полоски. Ауч. Пустил мне кровь. Так.
Я хочу, если его не добить, я смогу выкачать у него эту фигню? Блин. Как он живучий, а? Какая стойкость, какая выдержка и какая безнадежная наивность. Дорогие друзья, вы готовы к большему? Вы это получите. Хотите реки крови? Тогда раскрывайте зонты. Жесть. Открыть ворота. Ну, что там? Что там? Ни хрена себе, у него волына. Это вообще не час. Блин, сколько вас тут? Черт, я в дерьме. Братки, братки. Черт, он его убил. Они психи, что ли? Сколько их тут собрали просто? Да, жесть раунды, конечно. Даже пистолетик не взять. Блин, там дробовик был, да? Дробовика надолго не хватит, конечно же. Эх, хпшку бы восполнить. Какая пылкая ярость. Ну блин, в этой игре с хпшками тоже проблема. Тут нет нормальных аптечек. Тут надо еще из тела чувака наркоту откачать, чтобы похилиться. Жесть. Какая пылкая ярость. Неудивительно, что эта крыса выбралась из своей клетки. Товарищи, небольшой антракт. Наш гость встретится с тем, кто ему ровня, кто также гробит себя некро. Пришло время крысам драться с крысами. Михаил, друг, открой ворота. Ни хрена себе. Боже, наркоши. Типа зомби. Некрономикон. Не подходи. Жесть. Черт. Не подходи ко мне. Ну, немного некро я восполнил, но хпшку еще перевести. Черт, теперь это псих будет мешаться. Надо его убить. Давай. Шанс похиляться вот реально хорошо. Все полный хп. Хорош. Просто хорош. Теперь шансы наши есть. Начал вообще без всего. Продержались. Против лома нет приема. Кроме разве что другого лома. Давай. Иди сюда, сынок. Вы только посмотрите, сюда кровь! Ну а сейчас тот момент, ради которого вы все сюда пришли. Дамы и господа, давайте его поприветствуем нашего чемпиона. Иван Дрого! А, нет, это же не Рокер. Да? Наше чудовище, наше творение, Маша! Че, типа Маша и Медведь? О боже! Медведь есть Маша. Вы что, совсем психи?
Жесть. Я не хочу умирать. Фак, 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 фак. Это собака, отвлеки медведя, блин. Так, серия ударов, потом можно бить. Продержался, бегал, а потом взял дробовик. Ну да, блин, я отвлекся на чат, и меня ебашит. Чем не продержался? Только теперь что делать? Боже, у нее еще какой-то намордник. Защита. Может допинг использовать? Вот и мишка. Да, этого следовало ждать. Единая Россия! Черт. Фак. И как с ним драться? Скажем, она вот тут будет ударять сюда. Черт, ударять сюда. Я в дерьме, я в дерьме. Где моя балка? Она еще тут? Тут. Как против него драться? Хорош. Блин, она еще глушает. Черт. Какая же боль, а? Маша, Маша. Маша и медведь. Жесть. Вот это босяра. Еще шипами ускоряется. Я всегда знал, что медведи топачи. У нас только... Черт. То есть надо бить ее, когда она прямо набьет. В тот же момент. Не-не-не-не-не-не-не. Прекрати, прекрати. Умка, умка, мишка, не надо. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Хорошо, что оружие с большим радиусом. Это было бы вообще хард. Черт! Фак! У меня больше аптечек нету. Не надо. Не надо, мишка. Хороший, хороший, хороший мишка. Хороший мишка. На. Это надо, наверное, больше удар наносить, но это будет более медленно. Черт! Он стал более быстрее двигаться, по-моему. Мне нет, не нравится. Аккуратненько, аккуратненько, быстрый удар. И сваливаем. Да. Ух. Ну что, шайка трусов, понравилось представление? Наш. Господи помилуй, это просто резня. Полагаю, ты узнала о ловушке, которая была мне уготована. Я говорил тебе пойти назад, я умолял тебя, а ты продолжил слепо идти напролом. Тебя ведь убьют. Ты чудом остался жив и все еще дышишь. Да. А ты продолжаешь поклоняться своим хозяевам. Тебе же это на руку, верно? Если ты будешь хорошо вилять хвостом, может быть, они его тебе не отрубят?
В тебе вообще ничего человеческого не осталось. Тебе память отшибла, или это не ты им помогал все шоу? И ты не чудище, а не я. Тебе не стоит водиться с этими поехавшими. Так что прекрати пускать мне пыль в глаза и приведи к ним. Господи, смилуйся над нами грешными. И что, приведет? Видимо, да, еще будет решающий раунд. Новая арена открыта. Медвежья пещера. Грязное и причудливое место, где толпа жаждет крови. Правил нет, запретов тоже нет. Опять приход. Теперь какой-то скелет сидит. Вены. Вены. Наркоман хренов. Вены, некро, шприц, кровь. Черт побери, что они сделали с тобой? Рука дрожит. Классно сделано. Ты же превращаешься в одного из них. Эй, тише, тише, правда, Михаил, успокойся. Ничего серьезного, просто время от времени на меня находит. Это все некро, все нормально. Ты промотал каких-то существах, которых тут не было. Ты теряешь голову, теряешь контроль. Я должен остановить тебя, пока они... Мужик на измене, да? Ты даже представить не можешь, что они с нами сделают, если поймают нас живьем. Я не могу тебе помочь. Перестань бредить, Михаил. Посмотри на меня, я в порядке, все хорошо. Мы отсюда выберемся, доверься мне. Нет, нет. Дерьмо, Михаил, мне так же тебя жаль, прости. Чувак взял, застрелился, нормально, да? Вот это срань. Поехали. В лифте. О, там Москва. Соборчики какие-то неизвестные. Сложность. У вас трудности или игра за вами не поспевает? Просто смените сложность.